Студия красоты Ашанти представляет для вас комплексный уход за телом, который включает в себя слим-массаж, миостимуляцию и криотерапию, криомассаж тела. Слим-массаж делают специалисты из Таиланда. Данный массаж предназначен как для уменьшения целлюлита, так и в профилактических целях. Мастер постарается максимально улучшить кровообращение в этих зонах, поскольку основным лечением целлюлита является восстановление микроциркуляции крови. За счет интенсивной нагрузки при слим-массаже после уменьшения объемов тела кожа не обвиснет, а обретет упругость. Миостимуляция – это эффективный метод коррекции фигуры и устранения целлюлита без физических нагрузок. С помощью уникальной аппаратуры в одной процедуре совмещаются миостимуляция, электролиполиз, лимфодренаж и лифтинг. К мышцам крепятся электроды, на них подаются импульсы определенных параметров, которые заставляют мышцы работать так же, как при физических упражнениях. В результате происходит повышение мышечного тонуса, сжигание жира, усиление крови и лимфообращения в области стимулированной мышцы. С помощью миостимуляции можно укрепить любую группу мышц. Более того, эта процедура может быть гораздо эффективнее, чем физические упражнения. Но терапевтический косметологический эффект криомассажа основан на кратковременном воздействии холода на кожу. Холод сначала вызывает резкий спазм сосудов, а затем их достаточно стойкое расширение. Подобно химическому пилингу, криомассаж способствует отшелушиванию поверхностных слоев эпидермиса и зарождению молодых здоровых клеток. Но при криотерапии этот процесс проходит более физиологично и мягко. Жидкий азот замечательно ухаживает за кожей и способствует профилактике ее старения. Кожа становится свежей, подтянутой, улучшается тургор кожи. Салон Ашанти открыт для вас с 10 утра до 9 вечера специально для Купи Бонус.